Всем привет, с вами Наталья Маханева, канал «Все сразу». 20 мая 2021 года. Слышите, как птички хорошо поют? Диванчики цветут, красота. Все цветет, благоухает, сирень распускается. Но кроме сирени у нас еще и скоро будет распускаться борщевик. И да, несмотря на то, что это не наша территория, но она ничья. И по-любому придется ее обихаживать. Сколько, как говорится, глазу видно, везде заросли борщевика. Но свершилось чудо, у нас хотя бы на совхозном поле вчера косили борщевик. Трактором косили. Что-то там перепахивал, гудел. Запах борщевика полдня стоял. Такой запах. Похоже на солярку. Так что весна, красота и не только. Московская область. Как бороться с борщевиком? Мы, получается, его только выкашиваем. Муж просто банально берет и рубит. Ну, либо лопатой подкашиваем на участке, соответственно, под корень глубоко. Пробовала и уксусом, и эссенцией заливать. И все равно он на том же месте, который год вырастает заново. Я имею в виду на участке. Глубоко-глубоко подкапывала, капала эссенцией. Чем-то еще сыпала, уже не помню чем. Все равно это нам не помогает. Говорят, через сколько-то лет корни вымирают. Надеюсь, хотя бы на участке они повымирают через энное количество лет. В общем, вот так. Борщевик, одуванчики, красота, весна. Наслаждаемся. Всем добра, до скорых встреч!